В прошлом году проходила конференция примерно в это же время, и она показала, очевидно, что такой опыт проведения конференции подобного рода очень плодотворен, и что видно по сегодняшней аудитории. Я думаю, что мы еще и сегодня, и завтра услышим немало интересных докладов. Сообщение, которое мы приготовили с Бируте Есюнайте, моей коллегой из Вильнюсского университета, названо «Мифологические персонажи в представлениях о дожде в балтославянском пространстве». На самом деле тема дождя весьма широкая, и роль и значение дождя в традиционной культуре несомненно. С ним, с водой связаны урожай, достаток, благополучие в доме, довольство, обеспеченность жизни. Поэтому, конечно же, в одном сообщении всех тем, связанных с дождем, в традиционной культуре охватить невозможно. Более того, даже всех славянских и балтийские культуры представить должным образом весьма трудно. Поэтому мы в докладе, когда его готовили вместе, мы ограничились двумя темами, на которых попробовали показать, что, несмотря на то, что многие ученые уже занимались проблемой дождя, тема эта может быть продолжена, поскольку материал может пополняться, это первое. И второе, поскольку могут возникнуть новые аспекты в рассмотрении этого сюжета. И в моем сообщении прозвучит две темы. Первая – это святые, так или иначе связанные с дождем, причем я не буду рассматривать всех святых, только отдельных. И второй сюжет, который будет представлен, это сюжет «Слепого дождя», сюжет, о котором уже неоднократно говорилось в литературе. Нужно сказать, что дождь, в отличие от некоторых других природных явлений, ветра, зари, мороза, редко персонифицируется. Обычно дождь в традиционном фольклоре – это природное явление как таковое, либо атрибут, инструмент, орудие, имущество некого существа, проявление определенной ситуации, в которой может участвовать мифологический персонаж. Дождем часто распоряжается Бог или близкие к нему существа. Он предстает как результат непосредственного проявления божественной силы в выражениях «Бог землю поливает», «Божьи слезы», «Бог землю кропит», «Манна Божия». Так говорят о дожде солнца, последний пример. В народном календаре мы встречаем такие же выражения, например, «Велика милость Божия, коли в Николин день, 22 мая, дождик польет». Благодатный дождь часто связывается с наиболее значительными периодами или днями. Ну, например, если на Благовещение дождь, родится рожь, будет грибное лето. Или на святой дождь – добрая рожь. Но обычно в народном календаре дождь приписывается к сфере управления того небожителя, чья память празднуется в сезон дождей, понятно. Отметим наиболее распространенные в литовском календаре дни и, с другой стороны, в некоторых славянских, прежде всего, в русской культуре. Для литовцев таким святым, связанным с дождем, в первую очередь является святой Иоанн. Это 24 июня. В Литве широко распространено представление, что в этот день обязательно должен идти дождь. Отсюда и традиционное сравнение «Лина Кайпершвента Йона» – «Льет, как на Иванов день». Так говорят об очень сильном дожде. Дождь на Ивана Купала предвещает высокие удои. Ее не населет услия, ты смятый скарвец дозда к пьяну. Если на Ивана Купала идет дождь, в этот год коровы дадут много молока. Со святым Иоанном связывают начало дождливого периода. Ликшвянто Йоно весели таус негалыш прощите, опошвянто Йоно ирвена вобыш прощис. До святого Иоанна все дождя просят, не могут выпросить, а после Иоанна и одна баба выпросит. Похожее выражение, конечно, есть и у русских. До Ивана просите, детки, дождя у Бога, а после Ивана я и сам упрошу. Или вымолите папы дождя до Ивана, а после мы грешные уволим. Со святым Иоанном связывается, ну, если мы посмотрим в другую славянскую область, то мы увидим, что это, конечно же, широко распространенное представление о связи Иоанна с дождем. Так у славянцев мы находим «Дешна шитьянжа, славу литину нарея, солнце найсырая, прадки смея». Если дождь на святого Иоанна, то он делает урожай плохим, пусть лучше солнце смеется.
Ну и, конечно же, можно заметить, что святой Иоанн, безусловно, связан с водой, он креститель. Хотя, конечно же, с другой стороны, привязку к этому дню, видимо, следует усматривать и в более древнем празднике, отмечаемом в это время, в день самой короткой ночи. В славянском мы находим выражения, сходные с упомянутыми в литовском и в русском, о просьбе дождя. «Пред кресом проси най дежи, потем просите требани». Перед крес, крес — это Иванов день, как раз Иоанна Купала. «Пред кресом надо просить, пусть, чтобы шел дождь, потом не надо просить». На самом деле, у связи как раз Креса с громовержцем, громовником, есть хорошая статья у Николая Михайлова, где он подробно рассматривается эта тема связи Креса с громовником. Так что привязка дождя к дню святого Иоанна, оказывается, имеет более глубокие корни, которые на поверхности, в более, так сказать, привычном христианском представлении, выглядят как привязка к крещению. Вскоре после Иванова дня празднуется Петров день, 29 июня, 12 июля. В литовской традиции в этот день также идут дожди, и о собирающемся на дожде говорят «Пожвеёс Петра жвеялис», «Порыбачит рыбачок Петр». Этот день также связан с дождем у русских. Петра самого называют Петр Рыболов, и по нему определяют погоду на будущее. А также говорят о том, какой возможен урожай в этом году. «Коли дождь на Петров день, то сенокос будет мокрый. На святого Петра дождь, жито как хвощ. На Петра дождь, урожай не худой. Два дождя хороших, три богатые». Есть предсказания типа «Коль на Петров дождь, день дождь, то есть сенокос будет мокрый». Но в любом случае здесь отмечается привязка к святому апостолу, который, как известно, был рыбаком, то есть профессионально связанный с водой святой. Особенно интересным в литовском календаре является 10 июля. Это день, по которому определяется погода на вторую половину лета. Считается, что если в этот день идет дождь, то он будет продолжаться 7 недель подряд. Этот день называют Септини Броли Меганчи, 7 спящих братьев. Септини Броли Меганчи Бена, день 7 спящих братьев. Броли Мегали Бена, день сонных братьев. Традиционно считается, что если в этот день идет дождь, то продолжаться дождливая погода будет, как я уже сказала, а если дождя не будет, то будет сушь тоже 7 недель. По мнению литовских этнологов, возникновение названия этого связано с легендой о семерых братьях, христианах, мучеников за веру, которые по одной версии строили, пострадали за веру в Римской империи, причем по одной версии их просто замучили, а по второй версии их решили уморить голодом и посадили в пещеру, где они заснули и спали два столетия подряд, а по некоторым версиям спят и до сих пор. У литовцев есть еще такое представление, что это, что речь идет о семи братьях, христианах, которые жили в Киеве и в Киеве строили церкви. Ну и тоже, опять-таки, сильно утомленные заснули, и заснули так крепко, что спят и до сих пор. Так что версии связывают их с христианскими представлениями. Я не буду сейчас останавливаться специально на сюжете сна, который тоже имеет интересные параллели в славянских культурах. Но хочу обратить внимание на то, что 10 июля – это тот день, когда на рассвете на небе отчетливо видно созвездие Плеян, Большая Медведица, по-литовски Сетинас, с которыми связывают этих братьев. То есть семь звезд Большой Медведицы – это как семь спящих братьев. А роль Плеян в народном календаре хорошо известна. Но я хотела еще одно добавить, конечно же, в связи со спящими братьями – это то, что братьев называют не только спящими. В Ямайте, например, это Броли Шлапукой или просто Мижней. То есть эти названия определяют, что братья страдали
недержанием мочи, можно сказать так, да, то есть что просто описывались, короче говоря, про отец. В русском календаре 10 июля – это день памяти святого Самсона или Самсона Сыногноя. Этот день, и, соответственно, этот святой также управляет дождем. На Самсона дождь, да бабьего лета мокро. Еще одно традиционное высказывание упоминает литовских семь братьев. На Самсона дождь, семь недель тоже. Никакой привязки к числу семь нет, привязывается только само это количество недель. Но здесь объяснение тому, что день связан с водой, с дождем, находим в житии, где говорится, что Господь прославил своего угодника по смерти даром чудотворений. Однажды, когда в Константинополе был сильный пожар, пламя достигло и до страноприимницы святого Самсона, а Самсон – страноприимник, известное еще определение вот такого. Однако здание осталось неповрежденным, ибо по молитвам преподобного вдруг полил сильный дождь. Ну и, значит, семь недель дождя, которые следуют за этим днем, напоминать должны о святых деяниях Самсона. На самом деле, как мы видим, с этими днями, с 10 июля, связываются разные святые. Вот в литовской традиции это семь вот этих мучеников, в русской Самсон, ну и не только Самсон, есть и другие святые. А в Чехии, например, или в Словении к таким святым относится святой Медард. Та же традиция, те же выражения. Если на Медарда капает, то 40 дней капает. Если на Медарда идет дождь, то он продолжается еще 40 дней. Тоже в словенском и в чешском языке примеры, ну, на словенском «Акону Медарда дежуя» 40 дней с шене литуя» или 40 дней с небо солзи» «Чене Медардово из Ниага Руси». Связывается с преданием, что Медард был маленьким мальчиком, попал под грозу, и его спас от грозы орел под своими раскрытыми крыльями. Здесь интересно отметить, во-первых, связь со слезами, а во-вторых, связь с 40 днями. 40 дней – известное число, которое связано с циклом, ну, поминальным или смертным. Да? Еще один день, отмеченный связью с дождем, особенно на славянской территории, это 2 августа, 20 июля, Ильин день. Ну, связь несомненна, поскольку святой Илья считается повелителем грома и молнии, с ним связано много примет. Илья словом дождь держит и низводит, придет Илья, принесет мне Илья, то есть дождей. Кто попал в Ильин день, под дождь весь год здоров будет. И встречаются такие же выражения, которые мы уже слышали в связи с Иваном. До Ильи и под дождя не намолит, а после Ильи баба фартуком нагонит. И так далее. Но с Ильем, с Ильиным днем, как известно, связан запрет на купание. До Ильи мужик купается, с Ильи с рекой прощается. Объяснение, почему вода стынет, объясняют обычно, что вода холодная становится. Объяснение, почему вода стынет, несколько. Например, такие: Илья пророк ездит на конях по небу, от быстрого бега одна из лошадей теряет подкову, она падает в воду, та быстро холодеет. Но на самом деле, среди таких объяснений встречаются и объяснения, что святой Илья справил нужду в воду, поэтому она похолодела. В деревне говорят, Илья воду пописал, чтобы никто больше не лез. Это цитата. Таким образом, мы вот встречаем постоянно вот этот мотив малой нужды. Да? Тоже мы встречаем ее еще раз у литовцев, но уже в связи с женскими персонажами. Святая Анна, она, ее день празднуется 26 июля. Когда литовцы говорят «Егулия пер она сако, он утесу семижу», если в этот день идет дождь, говорят, что святая Анна справила малую нужду, Аннушка, он уте. Кроме того, то же самое замечено за Елизаветой, Эльжбета Мижале. Известно также выражение «Люце Андрю Мижу», Люция, святая Люция, справила нужду на Андрея. Это
говорится в том случае, если в день Святого Андрея 30 ноября холодно и морозно, а в день Святой Люции 13 декабря идет дождь. Ну и как мы замечаем, вот в литовских выражениях чаще всего как раз отмечены в связи с этим женские персонажи, хотя не исключены мужские, вот семеро братьев или Святой Илья. Но скорее всего, все-таки женские персонажи здесь первичные, но о чем нужно было бы специальную работу писать. Еще один мотив дождя, который мы встречаем в славянском народном календаре и не отмечаем у литовцев, это связь с умершим. В русском календаре, ну, специально как бы, в русском календаре это день Святого Маркиана, дожди в который имеют соответствующее название «Дедовский плач». «Дедовский плач» и «Дождь плачет». Тем самым в этот день обычно почитают умерших отцов, дедов и прадедов. Мы вот посмотрели только на некоторые вот календарные дни, которые связываются в литовском и в русском, и уже в других славянских некоторых культурах с дождем и их привязку к определенным святым, определенным действиям. Мы видим, что здесь мы встречаем, с одной стороны, конечно же, объяснения, попытки интерпретации, которые имеют разный характер. Эти интерпретации могут привязываться к определенным житейским сюжетам, а, скорее всего, житейские сюжеты возникли для того, чтобы объяснить определенные более древние представления, связанные с этими днями. И, с другой стороны, конечно же, мы встречаем здесь трансформированных архаических персонажей, которые попали в христианство, уже получив новые функции. Это и Илья, и Иоанн. Но и еще что я хочу сказать, здесь мы встречаем и тот сюжет или те проявления святых, которые связываются либо с циклом смерти, похорон, слезы, вот это, и которые уводят нас в еще один мифологический сюжет. Этот мифологический сюжет, сюжет с дождя, когда светит солнце, сюжет, который был рассмотрен неоднократно. Первая большая работа, посвященная этому сюжету, была опубликована в 1957 году. Это известная монография Коси. Потом этот сюжет рассматривался и специально на славянском материале. Это работа, связанная с полесским фольклором. Рассматривался он и Невской на материале латышских погребальных песен, рассматривался он отдельно и на южнославянских детских песнях. И вот как раз в этих материалах, в этих статьях, в которых рассматривается этот сюжет, не отмечается того материала, который имеется в литовском фольклоре, который представлен в словаре литовского языка. А кроме того, он представлен также в сборниках литовского фольклора, песенного фольклора. И наиболее полную интерпретацию этот сюжет имеет в песенном фольклоре. В Литве отмечено несколько сюжетов, коротких песен, которые в каталоге песен относятся к литовскому или к трудовому фольклору, а конкретнее к пастушеским песням. Это каталог Литови Лиодис Дейну, каталога 1972 года. Песенки относятся к не очень обширному репертуару песен детей, пастушков. И мы попробовали посмотреть на эти сюжеты, которые представлены в песенках, с точки зрения тех девяти семантических моделей, которые представлены в славянских древностях, в словаре. Там отмечено, что в славянском традиционном фольклоре, в славянском традиционном материале выделяются таких девять моделей, связанных с солнцем в дожде, в
которых, как правило, участвуют мифологические существа, антропоморфные или зооморфные персонажи. Ну вот первый сюжет – это мотив свадьбы мифологического или зооморфного персонажа. Он известен на Украине, в Сербии, Чехии, Словении и так далее. Ну, как пример, то, когда идет дождь и светит солнце, то говорят, что тот черт жит кубе, а дочку замуж ведае. Солнце греет, дождь валит, дьявол женится. В сербском фольклоре солнце сия, киша пада, вокси женя, мечка сеудава. Здесь мы видим зооморфный персонаж. Насколько нам известно, в Литве этот мотив не очень популярен, хотя он представлен. Смотри, можно сравнить с выражением «капсусавли лиет» и «сако богай женес». И когда светит солнце или идет дождь, то говорят, бедные нищие женятся. Или «ирсавлич вечет» и «сако вялья савбанча мушас». Когда идет дождь и солнце светит, то говорят, что черт свою жену бьет. Ну, о связи свадьбы и вот этого мотива битья, ну, в общем, это отдельный сюжет, но этот сюжет зафиксирован, это параллель известна. Мотив сбивания масла женским мифологическим персонажем, второй мотив. Ведьмы сбивают масло, распространено в украинском, белорусском, польском, словацком фольклоре. Солнце светит, дождь кропить, черевница масло рубить, повея масло колотить, повея в значении ведьма и так далее. Мотив в литовском фольклоре не зафиксирован, но можно заметить, что в литовском диалектном языке есть такое выражение «свеста мушти» – «пить масло». Это выражение связано с таким явлением, когда вечером толкутся мошки или комары, они толкутся в лучах заходящего солнца, таким образом создают такое впечатление мерцания, блеска. И вероятно, вот это же впечатление мельтешения, блеска на солнце можно видеть и в возникновении славянского представления о самовыражении «бить масло», да, то есть совершать такое мельтешащее действие, с которым и тот же параллель можно видеть и в этом представлении о том, что если бьет масло кто-то, то масло бьет ведьма или некий другой персонаж, который связывается вот с этим, с блеском капель во время дождя на солнце. Мотив слёв женского мифологического персонажа чрезвычайно популярен у славян, причем обычно плачут святые, Божья Матерь, вдовы, сироты, царевны, солнце. Божья Мать плача, сирота, вдова плача, Маточка Божия про слезы смеется. Белорусские выражения. Широко распространено русское выражение, известно, царевна плачет, в польском Крулева плача, принцесса плача и так далее. В литовской фразеологии этот мотив встречается редко. «Кайлия сусауля дангаус анёла и вярке». Когда солнце с дождем, то в небе плачут ангелы. А плач королевы и ее детей известен по песному фольклору. «Лия, лия, летус, паскаралю петус, королине вярке, королюка и княрке». «Льет, льет дождь, у короля обед, королева плачет, и детишки хнычут». Следующий мотив купания мифологических персонажей. Я постараюсь чуть-чуть. Да. В литовском материале не отмечен. И не отмечен в литовском материале мотив рождения мифологического персонажа. Но самое важное, вот в Литве не зафиксирован также мотив слепого дождя. Зафиксирован мотив, связывающий дождь с людьми чужой национальности. «Лия сусауле, жидам галва супа». Но мне хотелось бы... И есть еще один такой мотив с зооморфными персонажами, зайцами, курицами, свиньями.
которые есть и в литовском материале, Кайлиас Литус ir Saulės tuo metu šviečia pas mus sako, кяули йокес. Когда льет дождь, в это время солнце светит, у нас говорят, свинья смеется. Домашние животные упоминаются и в детской песенке «Кяуля добя кася, ошка граба дырбо, гайдис гедоя, вишта туровое». Свинья копает яму, коза делает гроб, петух поет, птица причитает. Ну и вот что любопытно, вот здесь мы находим вроде бы сюжет, связанный со смертью, да, и с таким детским обыгрыванием, юмористическим этого процесса, что можно на самом деле связывать со сюжетом смерти и похорон, который уже упоминался там, где я говорила про королине, там, где плачет королева. В литовской детской песенке поется «Лия, лия, летус, паскаралюс петус, каралюс мире, королине вярке, королюхщей гнярке, кяуле добе кася, ушка граба дырба, гайдис гедоя, вижда апраудоя». В этой песенке объединяются оба сюжета. Объединяется и смерть короля, и здесь же выступают те, кто помогает ему в этом сюжете смерти. Свинья копает яму, коза делает гроб, петух поет, а курица причитает. Это очень расширенный сюжет, он известен в разных местах Литвы, около Йонежки, Зачевляй, Посвались, Покроясь, Укмерги, Игналины. Ну и здесь мы встречаем и мотив угощения к Иисуса в Лилия Саку, кат каралюс пьетус валгу. Это, вне всякого сомнения, угощение поминальное. С этим же связаны выражения к Иисусу Сауле Тейсаку, каралюс донос метаку, король лишился хлеба. Иногда говорится о том, что король потерял хлеб, или у него нету хлеба. Таким образом, литовские выражения, которые сами по себе выглядят достаточно загадочными, о том, почему вдруг во время слепого дождя говорят о неком короле, который не имеет хлеба, который потерял хлеб, у которого отсутствует хлеб и так далее, с какой стати это вдруг выражение возникло, совершенно в свете вот такого более широкого пристального внимания, а также с учетом материалов, представленных в статье Невской об латышских погребальных песнях, получить свое объяснение. Это объяснение несомненной связи вот этого природного явления, его интерпретации, как интерпретация похорон существа, мифологического существа, обладающего достаточно высоким статусом. Мы с Берутой рассмотрели несколько таких разных аспектов этой проблемы дождя в литовском, русском, ну, фольклоре на фоне других балтийских и славянских языков, как раз для того, чтобы показать, что тема эта, конечно же, на первый взгляд уже много раз рассмотренная в разных источниках, да, не теряет своей актуальности и, безусловно, требует учета разных фактов для того, чтобы выстроить более полную типологию определений дождя и его интерпретации мифологических, которые мы встречаем в Балтославии. Спасибо большое. Спасибо за очень интересный доклад. Считаю, что это очень важно, привлекать такие параллели балтийские к славянскому материалу, тем более, что он собран в институте словаря славянской древности. Но, как вы правильно сказали, нет предела совершенства, можно быть. Тем более, что такого рода параллели помогают решению не только культурологических вопросов, но и генетических, имея в виду не только лингвистические, но и культурологические, конечно, исследования.
в то же время вызывает некоторые сомнения, что это утверждение как в литовском материале нет. Может быть, мы просто не очень пока конкретно позанимались этим, может быть, еще найдется. По крайней мере, в моем опыте такого встречается с большей временем, когда я была уверена, что это нет, потом полевые исследования доказывают, что оно есть. В связи с этим вопрос, а на каком материале вы работали, только ли это фольклорный материал, или там есть и поверья, верования, и вот духовная культура шире, чем фольклорные песни, сказки. Сказок нету, да? Сказок нет. Спасибо большое, хороший вопрос. Сказок нет, материал очень широкий, да? Что касается литовского материала, здесь, вот, вот как я сказала, здесь привлекали сборники литовских песен, прежде всего песенного фольклора, да? И материал литовского, словаря литовского языка. Словарь литовского языка, я должна сказать, если ну, не все знают, наверное, это огромное мероприятие такое, он многотомный, и в нем очень широко представлен и диалектный, и фольклорный материал. То есть там действительно представлен, да. И я не называла тех местностей, из которых вот были представлены выражения, да. Какие-то фразы, фразеологизмы, фразы, я имею в виду, ну, как в словаре представлен этот материал, да, литовского. Вот. И здесь были отобраны все песенки, детские песенки, вот, а их немного, там, достаточно мало, да, где упоминаются вот, вот это «Дождь солнца». И интересно то, что эти песенки представляют собой либо коротенькие отрывочки, да, либо вот последнее, что я прочитала, там большой этот сюжет, где и королева, и вот эти звери все, да. Вот. Это единственный такой самый полный вариант, где собрано все, да. Причем, опять-таки, можно, это тема для следующего рассуждения. Или это контаминация, да, или это исходный текст. Вопрос большой, да. Вот. И ну, мне это что касается литовского материала. Первое. То, что тот материал, который представлен. Второе, вопрос по поводу полноты материала. Конечно, когда делается доклад, ну, в частности, я когда говорю, да, по умолчанию понятно, что это известен материал, известен нам с Берутой. Да? Берута Ясиновна хороший специалист в области литовского фольклора. Она действительно очень много сама объездила, участвовала во многих экспедициях, что доказывает ее статьи, наверное, хорошо известные в специалистам в области этнолингвистики, в частности. Да? Вот, поэтому всегда хочется надеяться, что будут обнаружены еще определенные пласты, да, выражения, фразы, песенки при специальном, целенаправленном изучении деревень по соответствующей программе. Да? Что касается славянского материала, да, славянский материал больше собран, больше обобщен, и это в частности вот, ну, словарь этнолингвистический первый. Второй очень хороший материал, безусловно, представлен в сборниках, полесских сборниках. И третье, есть еще специальные статьи, уже написанные после вот статьи Невской в Малтославянском сборнике, да, были такие исследования на материале южнославянском. Я его практически не представляла сегодня, но там тоже делается похожая работа. Там показаны специфика южнославянская по сравнению с тем, как она представлена в Полесской, скажем. Так что тема просто большая. Извините, еще два момента. Наверное, было бы особенно интересно сравнить именно южнославянский материал. Безусловно. Там есть, да, вы совершенно правы, это тема отдельного разговора. Есть такие вещи, где показаны вот специальные, да, специальная связь. Я чуть-чуть сказала об этом, когда вот про крест говорила, про словенцев, да. На самом деле такая связь
чуть-чуть ближе южные славяне и литовцы, чуть-чуть есть. Но это специальное исследование нужно делать. Связь покойников с гардеробом, литовской традиции, насколько представлена? Есть ли, например, такие вещи, как покойники снятся к дождю? О связи в духовной культуре, да, это не, мы не рассматривали. Вот это продолжение ответа, да, в докладе рассматривается только языковой материал, то есть материал, который песенный фольклор и фразеологизмы, высказывания, да. Я говорила, что сказки, предания, вот такого рода представления просто не рассматривались, да. Скажите, пожалуйста, может быть, я прослушала образ дождя, мука, которую Господь сеет через сито решето, что есть в болгарском фольклоре? Да. Есть? Нет, в литовском, опять-таки, за литовский материал отмечают Беруте, да, я, ну, как бы у нас такое разделение. В том, что мы с ней смотрели, да, то есть она принесла свой материал, смотрели, я не нашла, хотя сея, да, вот мукосея, вот это вот решето, присутствует во фразеологизмах, но нигде не расширяется. Да? Даже если в русском языке, например, есть выражение там «дождь мукосей», например, да, то в литовском такого нет. Есть только само, если мелко сеет, сеет вот через решето. Вот только это. Но соответственно русскому «дождь сеет» нету в литовском? Сея, мне кажется, есть, да. Есть. Я говорю, есть. Есть, но есть такая связь, но она не очень яркая, я бы сказала, вот в этом смысле. Да, рассказывает. Спасибо.